вместе с президентом один из девизов института вот уже несколько лет. По словам студентов, этот девиз символизирует готовность выпускников института стать настоящими профессионалами своего дела. Стремление к лидерству, желание работать и развивать республику и свой родной город. В рядах выпускников «Огни» есть и активисты Альметьевского отделения республиканского общественного движения вместе с президентом. По праву наша республика является лидером в сфере развития молодежной политики. И огромное спасибо нашему президенту Рустаму Нургалиевичу, нашему правительству, Министерству молодежи, региональной молодежной общественной организации «Лига студентов РТ» за то, что они оказывают огромную поддержку для талантливой молодежи. И поистине для всех студентов есть возможность реализоваться как в плане науки, спорта, общественной деятельности. И среди наших выпускников сейчас, и среди наших активистов соцсовета есть члены организации, члены направления вместе с президентом. И мы поддерживаем политику нашего президента. Сегодня в Татарстане уделяется большое внимание созданию возможностей для самореализации каждого жителя республики, воспитание и развитие талантливой молодежи, развитие научного потенциала республики, опора на современную, образованную молодежь, стремление оставить лучшие кадры в своем регионе. Такие задачи ставит президент республики Рустам Миниханов на ближайшее будущее.